возникает. Не, ну сам смотри. НДС я не ставлю по возмещению. Так. Подожди, а если это будет упрощенчик? Ну чё? У него ни НДС, ни прибыли нет. И? Ну заплатил там свои 6 там, или 10%. 10 будет выгоднее, что... Ну 10, ладно, заплатил 10%, ни НДС, ни прибыли. А кто-нибудь полезет его проверять? Банк, с банком все сойдется и все. Ты понимаешь, у меня ощущение, что ты что-то не договариваешь. Чего не договариваю? Все элементарно. Это. Купили СМТ оптом. Да. Он идет без акцизов. НДС, естественно, есть. Да. Вот, как видишь, когда по велодорожке несут. А на выходе должно получиться дизель, который, естественно, уже с акцизом идет. Разве? Да, дизель с акцизом. При перепродаже? Нет, акциз платят только производители. Все. А куда акциз? Я перепродаю. Ну вот понимаешь, в том-то и дело и вопрос, что смотри, упрощенчик 10%, да? Он купил СМТ, а продает дизель. Да. А можно по банку писать за топливо? Можно. Ну и все. Вопрос решен. Купил топливо, продал топливо. Пойди проверь. Ну да, а там главное, чтобы сошлось, это по банку налог сошелся. Да. Затраты, ну показал, какие там затраты есть. Какие-то там есть, наверное. Да. А вот дальше начинается, то есть с ценой уже играться, нужно где-то на втором этапе получается. Показывать реальную цену. Ну что она там космическая становится. Неожиданно. Ну или типа купил дизель евро 6. За копейки. Я вот неизвестно. Где-то взял, да. Хер знает где. Да. Потом сделал вдруг сумасшедшую нацель. Да. И заплатился за налоги. Я в попу целовать буду. Ну да. Там налог на прибыль будет космический. Ну. Оу. То есть как бы механику я понял. Теперь надо садиться и просчитать, чтобы не влететь на все налоги. Показать какие-то разумительные затраты, которые снизят эти налоги. Вообще не сможет заниматься под акцизом. А, да. Топливо может. Может не произойти. Ну да. Вообще сможет заниматься всем, чем не связано с крупным промышленным производством. Ну и чтобы не выйти за рамки оборотки и все. Там все просто. Хотя вот, блин, как эти с Кубани звонили по этому, в Лексу. Кубаноиды. Да, уберите нахрен производство табачных изделий из номенклатуры, а то мы вас задолбим. Да ладно, задолбим. Но они так сказали. Ну понятно, они это рассказывали с начала создания фирмы, понимаешь, что они нас задолбят. Я бы убрал, знаешь, когда лишнее... Это понятно, что ты бы убрал. Но еще большой вопрос, кто кого задолбит. Они нас или мы? Я понимаю, но чтобы вообще меньше вопросов, и чтобы меньше такие вещи мозоли на глаза. А то вопрос, а зачем фирма это писала в себе? Собирались заниматься. Ну, они же почему первый вопрос? А что у вас там табак? А что у вас растениеводство? А вдруг вы табак выращиваете? Ну, проверяй. Что вдруг? Полномочия есть проверять? Проверяй. Нет, свободен. Так мы же нулёк стоим. А, мы еще же, наверное, не задело, потому что я с нового года перешел на общую систему. На упрощенку. А, ты на общую. Ты еще на общую перешел. Любишь ты подразнить людей. А тут все раскопки. Тут раскопки, да. Все что-то ищет. Вот так, конечно, бордюры лучше стоят, чем вот так.